сидим на почте, далее отправили посылку победителю, сидим, ждем, нам сказали, надо подождать авторизации, так как это посылка такая длинная, да, получилась. Вот у нас сегодня на улице дождь, поэтому на почте очень мало людей. Отсылаем удочку победителю. Посылка получилась длинная, как бы удочка там больше метра, поэтому надо ждем авторизацию. Вот. Вот так. Людей сегодня совсем мало, так что ну, нам все равно приходится сидеть и ждать. Вот такая у нас почта. Отделение почты Correo Argentino. Это. Ну а на улице погода, конечно, шепчет, дождик идет там. Прошло и полчаса. Разрешили нам послать посылочку. 205 песо будет стоить. Заполняем еще бумажки, а? Выйдите без модены. Все, отправили. Просидели здесь час, наверное, да? Да, какая нелегкая доля разыгрывать всякие эти самые посылки. Разыграли. Час просидели. Жди, плати за отсылку. Дождь, хотел дождь смотреть, вон вам дождь. Да, люди пишут, конечно, что попало. Леня, пройдись по дождю с камерой. Ну, пройдемся, если вам интересно. Но не потому, что вы просили, а потому, что мы просто идем домой. Выхода нет. Нам надо домой. Вот вам зонтик. Сейчас мы еще зайдем в овощной магазин. Наконец-то избавились от одной удочки. Будет на одну удочку меньше. Так, все, одну отослали, надо теперь еще одну будет отдать. Но это вы уже встретитесь персонально, правильно? Да. Лично. Ну вот такая у нас зима. Градусов, наверное, 17, да, где-то так, 16, ну, не ниже 15, я думаю, да? Спрашивали, у вас занимаются спортом, как у вас там развито, фитнес развит и все остальное. Ну вот у нас огромные магазины вот такие есть. Ну, мы только что прошли гимназию, он стоит красная табличка, написано гимназия. Где красная табличка? Красная табличка, да. Вот где мужик идет. А, где мужик идет? Да, гимназия. Ну, в общем, конечно, здесь их очень много. Да, гимназию, не гимназия, а гимназию. Гимназию. Ну, вот продаются всякие баночки с питанием и так дальше. И спортклубов, конечно, очень много. Люди занимаются, ходят в спортклубы. Но, конечно, они здесь. Что можно сказать про спортклубы? Ты же показывала как-то в одном из видео, да, показывал, ты ходишь? Да. Вот. То есть, да, люди спортом занимаются, как же. Что там? Я показала, что наши открыли магазин, те, которые там работали, а это не. Вот цветочный магазинчик. Лампочный магазин. Ага, смотри, одни лампочки, люстрочки. Какая красота. Так, люди, давайте как-нибудь с вами разойдемся. Конфетки, да? Конфетки. Вкусняшки. Да. А это новое что-то открылось, да, здесь? Матрасы, подушки. Ну, новый. Раньше его здесь не было. Игрушечки. В общем, пока идем домой, то идите вместе с нами под дождем домой. Сумки. Сумки, зонтики. Супермаркет. Нам сюда не надо. Да, Лень, нам сюда не надо. Сегодня.
Так что вот так. Сегодня пятница. Всем хороших выходных. Да, сегодня пятница. Всем хороших выходных. Вот. Так, стараюсь, конечно, камерой я не сильно трясти, но, понимаете, в одной руке зонтик, а в другой руке камера. Вот Adidas, например. Я люблю очень обувь Adidas. Она очень удобная. Это не реклама, это просто мое личное мнение. Вот витрина такая классная. Так, нам надо переходить на ту сторону. Вот кто спрашивал. Аргентинские популярные. Вот эмпанады. Аргентинское популярное блюдо. Ну, не только аргентинское, а вообще Латинская Америка. Вот такие тарты, как я делала тоже. Так, что-то уже кушать захотела. Пельменчик показывай на голодный желудок. Так, покажу вам еще нижнюю одежду. Колготки. Носочки. Раз мы все равно уже ходим. Вот так. Ладно, пошли на ту сторону, а то мы так не дойдем. Я начну все показывать. Лень, на ту сторону, нам за яйца. А, хорошо, ладно. Вот кафе впереди, Бонафиде. Мама, когда приезжала, мы здесь как-то сидели. Долго выбирали, куда же нам пойти. Остановились. Здесь посидели, кофейку попили. Не то чтобы долго выбирали, просто хотелось вид какой-то, да? Какой мама, когда приезжала, говорит. Скоро начинаются зимние каникулы. Будем на водных лыжах кататься. На водных лыжах? Это на каких? Ну, водные лыжи, а на чем тут? Снега же нет. Вон дождь идет. Ну, да. На водных лыжах кататься. Вот, ну да. Вот на лужах. На лужах, ага. Знаешь, как всегда, когда дождь, начинает асфальт мыть. Смотри, он службы моет асфальт водой. Вот эта машина? А зачем она его моет? А вот, смотри. А, ну? Вот воду привезли, дождь моет. Сумочки. Вот кому интересно. Так, Леня уже побежал. А вот служба. А что она делает? Да, она мусор. Бачки мусорные моют. Скажи мне мой зонтик. А, бачки мусорные моют. Ой, смотрите. Как круто. Попадете вы, друзья, к нам на канал. А мы зашли в овощной магазин. Так, зашли в такой магазинчик классный. Делали некоторые покупочки, там орешки. Ага, орешки. Для дяди Лёни орешки на пятничные. Ой, для дяди Лёни пятничные, субботничные и воскресничные. Купили вот такие орешки. Это наш любимый продавец. Вот такой у них магазинчик, смотрите. Это здесь продаются здесь продукты без глютена, там, не знаю, кокосовое масло, всякие орехи, вот, всякое такое разное, чаи, ну вот смотрите сами, сушеные бананчики, здесь на этой стороне, например, мед, вот, вверху. Вверху там даже есть михо, вон написано, видите, пшено, орегано, какие-то фасоль.
А здесь вот соль, мы смеялись, вот продается саль Марина Ликида написано, то есть жидкая морская соль. Я говорю, это, наверное, набрали просто... Это, наверное, набрали просто из океана водички, вот 150 миллилитров, и продают за 90 песо. Видите? Вот. Дальше здесь вот такая гималайская соль. Вот. Здесь внизу тоже всякие такие продукты. Вот, например... Эти орехи лесные мы купили чуть-чуть. Такие орешки. Почему такой классный магазин? Это Леня рассказывает ему про этот самый, про соленое озеро, там, где плаваешь. Вернее, там, где не тонешь. Потом разговорили за морскую соль. Что здесь еще есть? Здесь внизу тоже у них стоят вот такие... Ящики, здесь рис, всякие крупы, овсянки, мука и так дальше. Вот здесь в этих коробочках тоже с улицы такая красивая витрина. Я потом с улицы покажу, как оно. Ну вот, вот такие продают миксы. Как у нас называют, фрутос секос. То есть здесь изюм, орешки, бананчики сушеные всякие. Чернослив. Вот яйца, например, домашние, органические. 6 яиц органических получается. Не, не 6 яиц, 3. Медиа 20 песо. 20 песо. Надо у него будет спросить. Наверное, 3 яйца 20 песо. Una preguntita. Los huevos orgánicos cuánto están? 3? 3? А, медиа доцена 22 песо. 6 яич. А, которых кормили только этим самым. Маис кукурузой. Медиа доцена 20 песо, entonces. Aquí coco orgánico. Bueno. Vas a salir en nuestro canal de YouTube. muy lindo negocio, lindos vendedores. Bueno, gracias. Спасибо. Buena fin de semana. Так, мы зашли в овощной магазин. Сандия. Леня рассказывает анекдот. Это наш любимый продавец. В общем, мы зашли еще здесь, купили картошечки, свекла, по-моему, что мы еще взяли? Это морковка и шпинат. Значит, шпинат, вот, смотрите, он продается такими пакетиками. Ну, то есть, как бы, пакет шпината. Он говорит, один пакет 35 песо, два пакета 30. Я говорю, конечно, давай мне два пакета. Ну, странные цены. Вот сейчас он будет давать. Вот видите, вот такой. Один за 35, а два за 30. Конечно, берем два. Zanahoria, te dije, un kilo, nada más. Zanahoria, remolacha, papa y espinaca. Sí. Ну вот такой. Зимний овощной. Сейчас сезон цитрусовых. Но у нас есть апельсины, мандарины дома. Поэтому... Леночка, ну что, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний влог. Всем пока, а? На этом мы заканчиваем тратить бабки. На этом мы заканчиваем тратить бабки, Леня говорит. Идем домой, нафиг. Уже со мной нельзя выходить на улицу. Сам бы пошел, посылку бы отправил, пришел бы домой. А со мной пришлось всяких разных. Вот это вот все, что вы видите. Все эти названия. А ты спроси, можно туда можно Леня. ¿Qué es esto? ¿Cómo es? ¿Banana flip? No, banana flip no.
Este que parece chocolate con algo de chocolate y dulce de leche. ¿Tiene algún alimento ahí? A ver, Suizo. ¿Chocolate suizo? Ah, qué clarito que está. Eso me decían por ser todo. Chocolate suizo. Tiene receta de chocolate y café de leche. ¿Puedo probar? ¿Vos no probaste nunca chocolate suizo? No, sí. Nunca. Ya te yo probó el chocolate suizo. No, nunca estuve acá. Bueno, este. Idiótico. Y el otro. Tres sabores voy a llevar: chocolate amargo. Chocolate Bariloche. Chocolate amargo, chocolate Bariloche, ¿qué más? Y no sé qué más. ¿Qué más? ¿Qué quieres? ¿Tres? Tres, sí, sí. Ahora te digo el tercero. Hola. Está, chocolate amargo, chocolate Bariloche y crema americana. Oh. Y crema americana. Так, сегодня у нас вон пятница. Почему мы веселимся? Это так и есть. Так что долго тут рассуждать не надо. Есть какой-то. Знаете, сколько эта штука стоит? Эта штука стоит 250. Не, какая разница, сколько она стоит? Нет, просто вот смотри, кто пойдет, еще там покупать мороженое. 200. Это перун или что? Так. 10, 40, 50. Вот два таких кадушки мороженого стоят примерно столько денег. Ладно, короче, не важно. 2 килограмма. Не для того, чтобы это, а просто чтобы показать. Так, придется мне добавить еще эту часть. Во влог? Куда? Лёнь. Я чуть-чуть. Ну что так делаешь? Я так делаю. Algo más? No, nada más. 2.50. Так, здесь можно взять одноразовые ложечки, но нам не надо. Ленечка, ты заберешься мороженое? Да, конечно. Там поедем. Чао. Gracias. Держи. Ой. Вот какие здесь классные. Вот я породу такую люблю. Я люблю такую породу собак. Я понимаю, я ее показываю. Надо выйти еще. Ну вот мы уже ночь. Ночь пятницы у нас сегодня. Я там уже монтирую. У нас уже бабок не осталось. Так что все, кто хочет на донат послать, так, посылайте. Иначе у нас уже кончится. У нас уже не только... Тихо. У нас уже кончились бабки. У нас уже не только бабок не осталось, у нас уже вина не осталось. Пошли. Да, вина у нас не осталось, бабок не осталось. Кто хочет там заниматься всякими донатами, посылайте. На лодку, на катер, на яхту. На все, что только можно. Так, все, пока? Да. Все, пока.